Всем привет! Сегодня я расскажу о Валиснерии. Валиснерия принадлежит семейству водокрасовых. Ученые, представителям этого рода, постоянно меняют название из-за большого их сходства. Все усложняется тем, что в зависимости от условий содержания Валиснерия может менять свой внешний вид. Условия содержания большинства Валиснерий схожи, поэтому рассмотрим все это дело на примере замечательной спиральной Валиснерии. Валиснерия спирально растет в пресных водоемах, в тропиках и субтропиках на юге Средней Азии, Америки. Встречается в реках Европы, например, в Днепре, Волге, Дону. Впервые Валиснерия описал в середине 18 века шведский натуралист Карл Линней. Валиснерия она названа по имени известного в то время итальянского ботаника. У спиральной Валиснерии ярко-зеленые длинные лентовидные листья, закрученные как штопор. Вырастает она до 80 сантиметров, но в среднем где-то сантиметров 50. Подрезать их не стоит, так как после этого они обычно гниют. Стеблей Валиснерии нет, листья растут сразу из корневой системы белого цвета, которая вырастает до 70 сантиметров в длину. Валиснерия спирально растет в аквариумах круглый год, без сезонного перерыва. Кислотность ей нужна 5-7, жесткость до 8, температура 20-28 градусов. Требуется подмена 25% воды на свежую раз в неделю. При посадке Валиснерии спиральной на новое место нужно проследить, чтобы точка роста листьев, то место, откуда они растут, была над поверхностью грунта, должны быть немного видны корешки. Заиленного грунта в большинстве случаев для роста спиральной Валиснерии хватает, но если аквариум сильно засажен растениями, то может потребоваться подкорм минеральными удобрениями. В Валиснерии подходит световой день от 10 до 12 часов. Она будет расти при умеренном и ярком освещении. Грунт должен состоять из мелкой гальки или песка размером 2-5 мм. Более крупный не дает нормально развиваться корням. Толщина грунта 5-7 см. Сажать Валиснерию лучше группами на заднем или среднем плане аквариума или там, где желает ваша фантазия, лишь бы не мешало обзору аквариума и росту других растений. Валиснерия спирально размножается вегетативно или семенами. В аквариуме семенами размножать ее сложно, да и не нужно. Валиснерия выпускает побеги-усы, на концах которых вырастают новые кустики, которые выпускают еще побеги, и так до бесконечности. За год один куст дает более 300 новых кустиков. Эти заросли нужно прорежать, иначе она заполонит весь аквариум. Валиснерия спирально при ярком освещении может зацвести, и в результате получаются семена до 2 мм в длину, но это только в природе. Она двудомна, отдельно мужские и женские кусты. В аквариумах обычно кусты одного пола, поэтому семян не получается. На женских кустах маленькие цветы в соцветиях колосовидной формы, а на мужских – одиночные. Мужской цветок, растущий в основании куста, соединяется и поднимается к женскому. После оплодотворения цветоножки женских цветов скручиваются и опускаются на глубину, и семена созревают в воде. Теперь о некоторых проблемах в содержании Валиснерии. Так, при недостатке железа листья желтеют, и Валиснерия может погибнуть. Чтобы это предотвратить, можно раз в неделю добавлять в воду железный купорос 0,1 мг на литр. Если железа слишком много, Валиснерия тоже желтеет, но прожилки листа остаются зелеными, тогда в воду добавляют марганец. Если пожелтели кончики листьев, значит не хватает кальция, тогда можно положить в аквариум ракушки, они будут выделять кальций. Если листья желтеют сначала по краям и замедляется рост, скорее всего не хватает азота. Если не хватает фосфора, то молодые листья темнеют и скручиваются, а на старых появляются бурые пятна. Если на листьях появляются желтые или коричневые пятна, то в Валиснерии не хватает калия. Почерневшие концы листьев говорят о нехватке бора, может помочь добавление борной кислоты 0,2 мг на 1 литр воды. Все эти манипуляции надо производить после детального изучения того, что именно не хватает вашей Валиснерии, света или каких-нибудь микроэлементов. Ну вот и все о спиральной Валиснерии. С вами был Вободи. Пока, до новых встреч на канале, в новых видео.